Жители Куйбышевского района Самары точно знают, чем можно гордиться. Опрос провели члены молодежного центра «Диалог». Выяснилось, что больше всего самарцы гордятся природой края и промышленными успехами. В опросе горожане участвовали с удовольствием. Они уверены, что такие акции повышают уровень знаний об истории города. Конечно, полезно. Почему? Ну как почему? История. Здесь очень много с войны, чтобы жили все в Самаре, не разъезжались по другим городам, как у нас это любят. Число 74 в названии акции не случайно. Столько лет исполнится Куйбышевскому району в 2017 году. Но итоговый фильм «74 повода для гордости» появится в общем доступе уже в октябре этого года. В течение месяца мы опрашивали прохожих о том, насколько они гордятся тем, что они проживают в нашем городе. Также жители говорили о родной Самаре, много пожеланий, передавали привет главе города, говорили благодарственные слова за совершенствование и процветание. Акцию проводили в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», направленной в том числе на патриотическое воспитание. Ведь в процессах преобразования городской среды активная позиция молодежи играет важную роль. Эта программа создает такие условия, которые расширяют рамки участия молодого поколения в политике. Один из примеров – волонтерское движение, которое успешно развивается и в стенах центра «Диалог». Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.